Короче, есть сайт, который показывает самые странные товары на eBay. То есть то же самое, да? Ты нажимаешь, и тебя перекидывает на очень странные какие-то штуки. То есть, например, вот, надеюсь, там не... Чего? За 5900 рублей Unicorn Meat. Подождите, я... Сейчас я музыку включу какую-нибудь. Мясо единорога? Бля, реально странная хуйня. Нос аэробики баскетбольный очки. Нахуй я испугался, ну это осудительное слово. $17. Фиш Ашоле. А? Рождество рождественского чулка, забавный подарок. Кляп, шутка, рыба. Ас, отверстие. Чё, блядь, жопа рыбы? Это жопа рыбы? А, эсол! Эсол! Пиздец. 700 рублей? Срок доставки 24 ноября или 24 декабря. Подожди, что мне серьезно доставят анус рыбы, блядь, в консервах? Я хуею, блядь. Чё-то я, блядь, не понял. А... Кот, щетка лизать их. Как их мать, кот красный, блядь. Ой, блядь. Чё, блядь, язык, чтобы лизать киску? Ух, блядь. Мы такое надо. Ой, блядь. А, товара нет уже, понял. Чего, блядь? 1100 рублей. Дерьмо? Чё за пупинг пучес, блядь? Дерьмо белого слона? А при чём собаки? Фу, блядь. В смысле, я не понял. Мне чё, реально дерьмо его привезут? Доставка ещё, блядь. Я должен платить 700 рублей за доставку. Из Калифорнии, ничего себе, блядь. Не, я бы даже человеческое дерьмо из Калифорнии купил. Ой. Это чё? А, что это? Ты донат про бан пропустил. Анорексис, так я не пропустил. Я же говорю, если, ну, не забуду, я разбаню. Видео... Чё? Чё? Окей, уходим. Бля, я так боюсь. Дай бог, чтобы не появилось что-то. Чё? Пердежа, кошки, окраски на английском языке, бумажный переплет. Чё? Пердеж, кошки? Чего? А. Да. А. Календарь с козами на дереве. О, Коннектикут. Это там, где дети живет. Ебать. Секс-кукол была в рекламе. Ну что ж я, блядь, могу сделать? Осуждаю. Рандом, чё? Миллион случайных цифр со 100 тысяч. Это книжка, где просто случайные цифры, что ли? Что? Чё за хуйня? Реально, вот зачем это продается? Ну, по рофлу. Реально. То есть это как, наверное, знаете, это прикольный подарок на день рождения. Типа, вот, дарю тебе книжку. Он открывает, а там просто цифры, блядь. Рандомные.
Чё, блядь, cool story? Вопрос, блядь. Ля, сука. Вот это нормально. 14 пользователей просматривают это в час. Бля, балдёж. Я бы такой купил. И где продается такое? Иллинойс. Сука, вот я в Америку хочу переехать вот только ради таких вот товаров, которые там можно покупать. Понятно, повторяется. Ну, видите, вот такие вот товары, в общем-то. Так, минутку. Я хочу пиццу. Я хочу сожрать пиццу. Очень вкусно, очень-очень сочно. Дайте две, дайте три, дайте все. Я сожру здесь пиццу.